Назови их туда. Все ко мне бегом. Бегом ко мне все. Ну-ка, бегом, бегом, бегом. Арава. Ко мне, ко мне. Идем ко мне. Идем ко мне быстро. Все ко мне. Все кушать быстро. Быстро все кушать. Бегом кушать. Вы кушать пойдете? Еду, а не мою ногу. Сами, сами, сами. Ну-ка, быстро кушать. Кушать, 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 кушать. Давай, давай, пока палеты не достанете. Скорей, скорей, скорей. Скорей, 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 скорей. Саша. Это будет поросячий. Как это вкусно. Вот как это нужно кучу собрать. Пришла с работы, а у нас тут Кира приносит детишек наших. Ну, 1, 2, 3, 4, так и понеслось до 19 штучек. Вот. Это была крещенская ночь. Даже не успела воды крещенской набрать. Вот. И всю ночь роды длились. Всю ночь до 4. До 5 утра, да, 5 утра уже все. Насколько для вас неожиданно? Ну, конечно, мы ждали 6 штучек от силы, но не больше. Ну никак не 19 штук. Каждые 2 часа кормили их молочком, под сосочкой, подкармливали, потому что ей не хватало молока. Короче, мы их спасали, чтобы они у нас все живы были. А они все? Что? Может, он кто спрятался? Нет, все. Идем сюда. Идем кушать. Она не сможет. Все кушать быстро. Надо себя перестроиться. А Кира сразу разрешала вам к ним подходить? Конечно, она даже не сопротивлялась даже. Не очень суровая мама. Нет, добрая.